экспериментальной API для проведения виртуального хакатона. Согласно News BTC, Status является мессенджером и мобильным браузером для сети Эфириума с открытым исходным кодом, который создает группу, открытую для всех, но основанную на высоком уровне конфиденциальности, цензуры, а также открытой и прозрачной торговли. Виртуальный хакатон будет длиться в течение 1 недели и запланирован начаться 3 июня 2017 года.